Начинаем играть Medal of Honor, медаль за отвагу, первая. Ну. От PlayStation нет? Да вроде нет. Господи, как американцы замучивают. You have been assigned to a mission few would qualify for. A mission few would survive. Ага, еще и по-английски. Так. Подождите, это вроде бы с PC. Так, ну-ка давайте для начала опции. От PlayStation, Medal of Honor. Какая-то. Так. Тренировка, ага, мне без нее никак, да? А нет, смотрите-ка. Средняя. Свет, факел, огонь, чтобы пропустить инструктаж. Так, рейнджеры прокладывают путь. Алжир, Северная Африка, 7 ноября 1942 года. Проведена хорошая работа по проникновению на побережье. Время заняться делом. Мы предоставили два захваченных немецких транспортных грузовика. Opel для этой части операции. Они доставят ваш отряд в прибрежную деревню, из которой идет дорога в городок Арзью, из которого в последний раз выходил на связь наш пропавший агент. Быстро захватите контроль над этой деревней и попытайтесь не позволить вырваться ни одному из сторожевых подразделений, чтобы они не смогли предупредить остальных солдат. Вы будете составлять штурмового отряда, так. Понятно. Короче, надо завалить всех, кто захочет вывалить, бежать. До КПП 200 ярдов. Ладно, взвод, слушайте. Это спасательная миссия, так что поосторожнее с огнем и не покидать позиции. Вперед и держите связь. Ну, реально, нет, только на компьютере. Ну, все остальное, отсоньте. Второй. Или первый, какая-то последняя подборка. Всем сохранять тишину. Лучше бы это сработало. Ну-ка, минутку. Я хочу глянуть, а где у меня... Да нет, управление. Ну, так, это нет. Так, граната. Вот, документы, бинокль, это 7. Ага, понятно. Только документы, это которые я буду предъявлять. Was haben Sie geladen? Твою мать. Он слишком долго. Перевода это нету. Ihr Ausweis ist ungültig. Zeigen Sie mir bitte Ihre Papiere. Danke sehr. Zeigen Sie sofort Ihren Führerschein vor. А есть субтитры дополнительно? Субтитры. О. Привет. Не взял их, капитан. Он раскрыл нас, капитан. Ну давай, пошевели грузовик, они на хвосте. Твою мать. Пошли. Так. Давайте, подождите. Игра сохранена. Кто долбит? Блин, его уже завалили. А это наши, что ли? А хрена ли вы тогда в другую сторону постреляете? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А почему не перезаряжать? Так, управление. Вперед, вперед. Так, присесть, ходьба, бег, поворот, использовать, перезарядить.
А что ты не перезаряжаешь? Или может не та R? И оружие не бросает. Ладно. Будем до последнего патрона тогда. Взять его! Блин, цифры не действуют, что ли? Вот так вот. Так они почти все делают. Взвод, удерживать позицию! Вот они! Вот они! Где? Твою мать, какого хрена ты подставляешься? Блин, и не перезаряжает, смотрите-ка. Ну-ка. Нет, на цифрах тоже не действует. А, нет. Если сильно нажимать, сильно стараться, значит, по ДР будет перезаряжать, нет? Сменить позицию! Задача была выполнена, так, хорошо. Павел, проверь дверь. Что это было? Я вроде что-то слышал. Засада! Где еще? Огонь! Павел, это пулеметчик. Внимание! Ой-ой-ой. Ладно. Все? Задача была выполнена. Пошли! Был убит в бою. Ой, да насрать на них вообще. Я прикрою, вперед! Куда вперед-то? По фашистам с ППШ. Сейчас я вам наваляю. Опа, задача была выполнена. Так, спасательная операция Алжир. Так, даже самые хорошо спланированные задачи могут провалиться. Этот инцидент у контрольной точки уже стоил нам жизни всего вашего отряда, но это не должно помешать нам завершить задание. Это понятно. Вот так. Пока вроде неплохо. 25 здоровья. О, перезаряжать стал.
Где-то. Блин. А вот винтовку-то он не перезаряжает. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. А, здесь у нас... Минутку. Никого нету. Шкафчики не... Спасибо. Они бы точно меня убили. Держись ко мне поближе. Так. Ай-яй-яй-яй. Пошли, лейтенант. Здесь мы его убили. Откуда? Подожди. Не спеши ты так. Куда ты? Не, пока оставим. Открывай. У меня конфисковали взрывчатку и документы. Мы вернем их, или миссия провалена. Блин. Они, наверное, в кабинете коменданта. Была добавлена задача следовать за агентом. Вон там. А ты неплохо стреляешь. Я-то тебе нахрена тут нужен. И где ты? Целый грузовичок их подъехал. Стрельба по прожекторам привлечет их внимание. Лучше просто их избегать. Да ё-моё. Блин, а что за игра-то была? Кстати, в каждую дверку можно было заходить. Ну это... Там взрывчатка. А это я должен заложить. У нас нет взрывчатки. Держитесь ближе, лейтенант. Я вам покажу, как остаться незамеченным. Давай. Бухнул еще. Ты что, с пьяных глаз? Ты думаешь, что ты не видел? Смотрим. Вот так. Сначала сюда заглянем. Вот так. Подожди. Вон они. Пошел!
Это документы? Хорошо, мы нашли документы. Возьмем взрывчатку. Пойдем за взрывчаткой. Подожди, кто тут? Вниз еще. Вот смотри, сколько всякое. А вот и взяли взрывчатку. Лейтенант, похоже, у них в плену больше союзников. Давай посмотрим. Еще? Все, наверное. По крайней мере, тут. Куда ты? Там, где вот этот обитал. Нет. Ну давай. Смотрим, куда ты меня тащишь там, блин. Он спас мне жизнь, сэр. Я хочу ее взять. А, это не мне, да? Понятно. Ладно. Использовать взрывчатку для побега. Сейчас они пойдут, подожди. Где у меня взрывчатка? Ой, граната, вот она. Что-то нету их, ладно. Вот сюда. Кто-то погиб в бою. Зря мы его спасали нахрен. Провалили задание, был убит. Блин. Где ты? Так. Да.
займешься об этой, а ты займись второй. Хорошо. Минуточку только. Давай, вот так вот. Опа. Бежим, бежим. Игра сохранена. Мы пока с тобой красавчики. Впереди гараж корпуса Африка. Используй остатки взрывчатки, чтобы навредить как можно больше. Тем временем я найду нам транспорт. Удачи, лейтенант. Скоро увидимся. Задача была выполнена. Ладно. Саботаж. Мотопарка. Наконец уничтожайте любимый склад с боеприпасами и убирайтесь оттуда. Встретиться с вами, когда вы закончите с мотопарком. Понятно. Так, тап, чтобы увидеть. Я не понял, что мне тут еще-то надо. Мне тут можно куролесить же вообще хорошо. Подожди, подожди, где-то кто-то, или это просто все звуки? Танк прямо. Вот так. Патронов сядем. Так, заминировать, так, взорвать тайники и выбрать из завода. Я пока еще их хулиганю тут. Уходим. Блин, блинский. Нет.
теперь понятно, почему по ним стрелять не надо. А, пупеть, кто? Где? Ой. А у меня вообще есть? Где чем заправиться? Тут ничего не было. Офигеть, охренеть. Ладно. Осталось-то один танк. Только где вот он? Вот этот? Нет. Все, то, что надо, я взял. Давай. Прекрасно. Ответь на звонок, как в матрице. По полям, по полям. Я его не вижу. Вот это, наверное, он. Быстро внутрь, надо двигаться. А. Что? Все, пришел, пришел. Так, при некоторой удаче мы достаточно скоро выбьем Романелли и африканский корпус Северной Африки. Включи свет. Давай продолжим. Гляди веселее, Павел. Мы подходим к окраине аэродрома. Понять не могу. Всякую преграду уберем, чтобы она не взрывалась у нас. Держитесь, мы делаем крюк! Бежать! Проломить это все. Вот так заранее. Еще нет костюмов.
Подождите, а я могу выстрелить отсюда? Задача была выполнена с одной жизнью, блин, охренеть. Приготовьтесь, мы на месте. Помните, надо не только вывести из строя самолеты, надо еще найти склад горючего и все войска на поверхности. И не дайте взлететь ни одному самолету. Паул, у нас грузовик на хвосте. Больше давал бы. Это привлекло их. Самолет, наверное, надо сбить. Давайте валим. Нет.
разделимся. Я уйду их подкрепление. Иди через этот бункер к маяку. Там я присоединюсь к вам. Давай. Так, так, так. Ух, блин. Можно ватника что-то. Вот так. Отойдем. Ага. Вот и начали открываться. Понятненько. Так, рукопашки у меня тут нет. Какой-то дурачок, ладно. Блин. Фашистов с ППШ. Вау, у меня тут гранат, тьма должно быть. Так, ладно. Выжил, падла. На горшке. Ладно. Вот. Вы получили бинокль, это хорошо. Нет, 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 вот так, вот так, вот так. Добраться до маяка, дать флоту сигнал. Ага, понятненько. Дать флоту сигнал. Закройте дверь, будьте так любезны. Я как понимаю, вот здесь вот надо лифт вызвать. Нет? Ладно. Здесь сделал. Блин, я все время рядышком был. Ага, понятненько. Не. Вот это. Вот все. Приехали. Так, а теперь подождите, зайдем в любую комнату. Возьмем. А, мне еще припасы надо, вот эти 20 патронов-то восполнять. Да восполню, наверное. Где-то тут, да, можно восполнять. Или я уже восполнил, и все, это разовая акция. По крайней мере, с гранатами у меня проблем нету здесь.
Кто там такой снайпер? Так, понятненько. А что вы скажете на это? Не ожидали, да, что я вот так умею? Блин, надо подняться в жизни, восполнить можно? Понятненько. Пум-пум-пум-пум. Чем нам делать-то надо? Добраться до маяка. Я вообще хотел ее уехать. Так, и у меня вот теперь есть бинокль. Ну давай. Ага, это я бегу, а это я хожу. Это я присел. Не прыгаем на кровати. Идем, все нормально. Починю, сволочину. Ну реально, смотрите, какой джедай у них какая-то такая вот графика была. Ну это, кстати, уже... Вот сейчас мы подойдем, подкрадемся. Давай.
А, встретить, теперь его избежать. Ну, пока я вроде здесь всех перебил. Вот так вот. Гранатка у вас. По крайней мере, не надо мне с вами тут припираться. Быстро, Павел, давай в кузов. Да, все, залазим. Так, нажмите огонь, миссия выполнена. Прекрасная работа в Северной Африке, лейтенант. Операция «Факел» прошла успешно. Наши силы давят на Ромеля с запада. Британские войска Монтгомери перекрыли восток, и, похоже, дни корпуса «Африка» сочтены. Майор Грилло восхищен вашими действиями, и он запросил именно вас для следующей миссии. Как всегда, все, что я скажу, совершенно секретно. Как вы можете предположить, наше основное преимущество перед немецкими подводными лодками в том, что мы можем засечь их корабельным и авиационным радаром. К несчастью, мы узнали, что Криксмарин разработал новое устройство, что-то вроде детектора радаров, называется Наксус, которое позволит их эскадрам найти слепые пятна в нашей зоне патрулирования и снова безнаказанно напасть на конвои союзников. Это даст врагу огромное преимущество и сдвинет баланс сил в Атлантике в сторону Германии. Англичане ищут способ нейтрализовать это новое устройство, но, боюсь, они не успеют предотвратить резню, которая начнется, когда Германия задействует этот детектор Наксус. Кстати, инструктаж ведет майор Грилло, человек, вычислил, который озвучил базу подводных лодок Криксмарин в диснеевских старых героях, где построили прототип Наксуса. Ваша задача — встретиться с майором, помочь ему уничтожить прототип и украсть всю документацию, какую сможете найти. Это должно достаточно затормозить врага, чтобы британцы успели разработать нейтрализующее устройство. Конвои союзников, которые ходят через Атлантику, жизненно важны для войны, лейтенант. Я верю, что вы уничтожите прототип любой ценой, независимо от того, что случится с вами или майором Грилло. Ваш транспорт, укомплектованный норвежским сопротивлением, отправляется завтра в 0400, так что отдохните. Удачи, лейтенант. Надеюсь скоро увидеть вас и майора Грилло здесь, в Лондоне. Понятненько. Кошмар будет, а Грилло, просто следуйте указаниям, и все должно сработать как положено. С патронами. О, патронов пока хватает. Я стою перед окном. Проверь периметр. Да проверил уже. Серьезно, воротину для меня открыл. Ну, не знаю, бросить он ватник на. Я бы перелез. Пауэлл, продолжайте без меня. Ни хрена себе. Тот куда гасит.
Хорошо, так. Потихонечку. Без фанатизма. Твою мать, собака. Собака. Ладно, подожди. Я не понял, ты что не помираешь? Вообще не понял. У вас сколько тут? Пойдем-ка. Ух. У меня тут есть что? Допустим. Предположим. В бараке меня не пускают. Но попробовать я должен. Где-то бежит. Бронь.
я слышу собаку. Но не вижу пока. Где-то недалеко. Нет, не сюда. Блин. Сколько крови ты нам попортил? Смотрю, что здесь подобрать можно. Кафах. Сундуки на столе. Видел. Осталось один документ. Не видно, да, вроде бы? Звук на три. Все. Заходим, берем. Осматриваемся. Попасть в главное здание. Нет, отсюда мы не сможем. Где-то там надо выходить. Думаешь, я прятался? Ай-яй-яй. Как же вы глубоко все заблуждаетесь. Прошли те времена, когда я прятался по углам и каждого выцеплял там. Хрена с вам. Теперь я иду на пролом. И уж патронов я тем более не жалею, чтобы спасти себя любимого. Так.
Так, перезарядим. Куда? Понятно. Пока только один путь. А что у вас так людей-то мало? Блин, сейчас мне кажется, танк какой-нибудь выйдет, и пипец мне. Не прыгай на кровати. Так. Так, это уже хорошо. Так, мне придется там отстреливаться, да, теперь? Все, вроде можно спускаться. Да, спустимся, посмотрим. Ну так-то ничего, миссия это хорошая. Не какие-то там быстрые, хрен пойми что. Собаки на жалко. Ну это их работа такая. У них своя работа, у меня своя работа. В главное здание. Ну давай, будем попадать, попаданец. Ох ты. А тут ворота, так экзотически, как будто там что-то массивное, что-то большое спрятано. Ну-ка, сзади-то не надо никого оставлять. Чтобы потом не пришел за мной. Вот еще. Попасть в главное здание. Задача пока не поменялась. Давай. Охренеть, по фашистам. Здесь же и оружие. Какая прелесть.
Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Ладно. Уничтожение У-529 Тронхейм Порвегия. Норвегия, Норвегия, твою мать. 12 февраля 43-го года. Понятно. Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ganz gut. Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du aber. Tun wir nämlich alle. Попасть на вторую подлодку. Herr Hauptmann! Я mit einer Kugel. Вот так. Хорошо, что я когда-то играл в Medal of Honor на Sony PlayStation. Gib mir deinen König. Angel dir ein. Тут завалить так бы. Вот так вот. Ты где стоял? За дверью? Так. А что, вы меня что ли будете стрелять? Опустить. Ну-ка. На вторую подлодку. Где мне тут жизни пополнить можно? Подскажите мне, пожалуйста.
давайте вот так попробуем. Тихо, тихо, тихо. Да, надо жизни пополнить. Так, по идее, документы должен был, да, каждому передавать. Смотрим. Лестница все-таки куда-то ведет туда. Ага. В никуда, ладно. Мои документы перестали действовать. Не знаю, что написано. Так. Ну, пока вроде неплохо иду. Документы второго уровня. А, для того, чтобы попасть. Ну, в смысле, без стрельбы и как это. Как правильно проходить. Ни хрена. Я как понял, мои документы уже перестали действовать после первого же выстрела. Ладно. Ну это же это подлог, да? Ну, правильно. Ладно. Давай посмотрим. Игра сохранена. Но это же не подлодка. Или подлодка. Это тут нарисовано. Вот так вот, по лесенке. Thank you.
Так. Вот сейчас минутку. Сбежать. Мы не выполнили задачу. Все. Выполнил задачу. Уничтожить противников и сбежать. Это полегче будет. Я так думаю. А, ну все. Была добавлена задача. Перезарядись. Раз, подзарядимся. Нормально мы с ними подружились.
пройти. Придется туда идти. Я думал, море вступить. Там дальше что? Ничего. Понятненько. Живи себе нормальненько. Прям в рот. Сбежал. Офис стратегического планирования. Да. Я захожу после него. Твою мать. Где он там? Убежал. А в кого ты там хотел стрелять-то? Готовы? Быстро прибежал. Давай. Пока подожди. Переобуемся. Так. Не надо стесняться. Вот так, так, так.
Achtung, Achtung. Подожди. Вот так. Вот так, так. Как он оказался? Казе Баян, вот он у папуаса, да? Охренеть. Я сомневаюсь, что эти ворота, конечно, откроются. Еще один сзади был. Кошмар. Блин, у меня все. Охренеть. Чтобы на поезд попасть. Еле вынес нахрен. Прекрасная работа в Норвегии, лейтенант. Благодаря вашим усилиям эскадры Криксмарин, терроризировавшие Атлантику, были в 10 раз уменьшены нашими военно-морскими силами. Теперь, когда морские пути союзников в безопасности, открыта дверь для захвата Европы, который мы планировали с самого начала этой кровавой войны. Эта операция имеет кодовое название «Оверлорд», и мы пробьем Атлантическую стену Гитлера на Нормандском побережье. Немцы знают, что мы идем, но мы заставили их думать, что высадка будет в Калаисе, сильно к северу от действительного места высадки. Это будет самое большое в истории нападение с моря, лейтенант. И вы будете в группе, возглавляющей атаку. Теперь у нас есть сила, но нет опыта.
Многие солдаты только что закончили основные курсы подготовки, и им нужен ветеран, такой как вы, чтобы вести в бой. Вот почему я перевел вас во второй разведывательный батальон. Итак, я высадка за гусем ходил. На пяти пляжах. Кодовые названия: Золото, Джуна, Меч, Омаха и Юта. Британцы высадятся в Мече и Золоте, канадцы в Джуна, а американцы в Омахе и Юте. Вы сойдете на берег в секторе Чарли, пляжа Омаха, к западу от выхода Первый Пес. Хотя пляжи укреплены не так, как в Клейсе, Германия не оставила ни одного незащищенного пятна. Каждый дюйм побережья покрыт пулеметами и артиллерией, а место окружено милями колючей проволоки и бесчетными минными полями. И еще, лейтенант, это самая большая и сложная операция, которую мы когда-либо проводили. А я по опыту знаю, когда что-то становится сложным, оно идет не по плану. Но не важно, что случится. Я верю, что если такой солдат, как вы, поведет наступление, мы будем первыми среди союзников. Удачи на пляже Омаха, лейтенант, и благослови вас Бог. Да. Мы будем первыми среди союзников. Продолжим. Сектор Чарли. 30 секунд! Ладно, парни, быстро! Рассредоточьтесь и остерегайтесь открытых мест! Левый борт с Пауэллом, правый борт за мной. Курс на укрытие и доберитесь до гальки. Увидимся на пляже. Увидимся. Обстрел пошел. Ну что вы расстроились-то так? Там была добавлена задача. Добраться до берега. Подумал, ладно, без истерики, сплаваю до Америки. Вдруг на море испортилась погода. Что как хрясь. Корабль распался на части. Ой, здрасте. Лежит пилот на волне, невредимый вполне. Глядь впереди, островок прям как поплавок. Да, добрался он. Делится с картой Америка, а не Америка, а остров Буян, будь он окаян. Может, в карте какой изъян? Сейчас самая средняя начинается. Пригнись, а как я пригнусь, он что-то не пригибается. Пригибается. А, невозможно плыть под водой. Понял. То есть я должен тут как-то бегать слева направо, справа налево. Давай. Да твою мать-то! А как надо тут ползти-то? Да пипец! Охренеть, вот я влип. Пригнись. Почему он не пригибается? Oh, my God.
Они прикипаются. Охренеть, нет, что-то тут не то маленько. Что, да, надо было? Так один хрен подбили. Козлина ты вонючий. Не, чтоб меня там пропустить. Да,
По крайней мере, я где-то на берегу должен быть. Получили здоровье с врача, вот вообще прекрасно. Всевышнего, все будет в порядке. Я хоть правильно бегу-то? Где врач? Идет бандёжка. Добавлена задача встретиться с капитаном, твою мать. Пауэлл, спуститесь ниже, вы нужны капитану. А где ниже-то? Пауэлл, вы нужны внизу! О, молодец. Пауэлл, возвращайся сюда и захвати пару зарядов. Так, доставить взрывные заряды. Твою мать! Принесите заряд! Ну давай, подлечи меня! Я жду! Давайте подожди меня, что это? Сжалится все-таки надо мной. Или только один раз от одного можно получать. Ну что, посмотрите, он не торопится. Ладно. Сейчас он взрывчатку отнесу, может. Это исправит мое положение. Хорошо, Пауэлл, выведем эту штуку на позицию. Опять я. Ладно, парни, заряды уже идут. Давайте, вперед, вперед. Голову прикрой, сейчас прикрой. Заряды, очистите. Давай! Далёк уже! Пошел! Пошел!
твою мать. Стой прямо там, оставайся в укрытии. G42 плюс огонистого бункера! Мы должны выбраться из этой ловушки! Мы должны подняться и захватить огневые точки! Джефферсон, Эбер, вы поднимаетесь! Приготовиться! Курс на траншею вон там! Заградительный огонь! Да твою мать, почти добежал. Стой прямо там, оставайся в укрытии. G42 плюс огонь из того бункера. Мы должны выбраться из этой ловушки. Мы должны подняться и захватить огневые точки. Джефферсон, Вебер, вы поднимаетесь. Приготовиться. Курс на траншею вот там. Заградительный огонь! Пошел! Пошел! На твою мать, не успел, да? Значит, надо зигзагами бежать. Из этой ловушки мы должны подняться и захватить огневые точки. Джефферсон, Вебер, вы поднимаетесь. Приготовиться. Курс на траншею вон там. Заградительный огонь. Пошел. 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 Все равно подбил. Стой прямо там, оставайся в укрытии. G42 плюс огонь из того бункера. Мы должны выбраться из этой ловушки. Мы должны подняться и захватить огневые точки. Джефферсон, Вебер, вы поднимаетесь. Приготовиться. Курс на траншею вот там. Заградительный огонь. Пошел! Пошел! Тихо, тихо! Вот так. Посмотрим, что здесь можно собрать. Постой! Бомбей станет простреливать MG-42! Вот так. Все. Осталось только. Вот так. Схавали.
задача была выполнена. А какая задача? Я еще ничего не сделал там. Не насвинячил. Минутку. Я это отпраздную. Охренеть, как долго я штурмовал эту хрень. Оказывается, их надо было гасить, ну, в шахматном порядке. Сначала левый, право, потом левый, право, так. Не надо оба сразу гасить. Ой-ё, ладно. Даже так стрелять умеешь? Куда ты собрался, голубчик? Ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Мало ли, вдруг документы какие-то можно взять. Где-то граната, да, была? Так. Перезарядимся. Так. Очистите бункер. А, еще. Конечно. Так вот. Помог нашим. Как бы то ни было, я молодец, выбраться из бункера. Ох, аж на адреналине. Ага, патроны пополняются даже с этим автоматом. Первый бункер зачищен. Я хотел ко второму бункеру еще. Проверим этот дом. Там могут быть заперты парни из 101. Ожидаю контакта. Ну давай. Хрена ли ты стоишь-то? Вот так, ну хорошо. Что вы в туалете все втроем делали? Спокойно, что? Я не знаю, солнце мое. Стреляй!
Охренеть, кишка. Охренеть, что за хрень-то? Ладно, теперь мы уже проверим этот дом. Там, конечно, могут быть заперты парни из 101. Ожидаю контакта. Так. Спокойно. На второй этаж. Пойдем, пойдем. Что-то их мало. Где еще один? Десантнички. Парень, мы рады тебя видеть. Мы высадились в стороне от цели. Мы пытались пробиться к полку, но тут везде снайперы. Вижу, твою мать. Паул, оставайся и следи за тылами. Была добавлена задача. Но в основном же я один. Нет, хотя в Call of Duty в какой-то части я там в компании всегда проходил, всегда с кем-то. Где задняя часть дома, мать вашу? Вперед! Передняя, задняя часть дома. Фасад дома, это теперь передняя часть. Давай. Ну это что-то более детское такое. Перепусти. Жизни передряг. Thank you.
центром побоища. Вы что, идиоты, что ли? Любой взрывчатки его снести можно. Вообще, тем более тогда. Думаю, это последний из них. Всем проверить патроны. Да, нормально. Таковато для нашего транспорта. Похоже, придется заканчивать миссию пешком. Прямо в точку. Ну-ка, давай посмотрим. Вот этот БТР, эти ихние нет. Хрен там. А значит, у нас одна дорога. Ой, самолет. Я его прям услышал. Ну, кстати, да, недалеко. Недалеко ушли от Sony PlayStation топографии. Твою мать, снайперка. Вот. Так, подожди минутку, подожди, не спеши, вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Реально от Соньки взято все нахрен, вот даже компас. Управление только на мышке и клавиатуре. Ну и бит я переправил на полу. Блин, еще и тебе не чтобы встречать меня таблетками да пилюлями нахрен. Рядовой коп, 3506. Рядовой коп, у вас есть рация? У меня все есть. Радист взвода был убит при зачистке юго-востока да дома, но там на башне снайпер, мы не можем подойти близко к ней, сэр. Пауэлл, что лошары, единственный снайпер. Курс на ферму и сними снайпера, обыщи его и возвращайся с рацией. Мы с копом прикроем отступление на дороге. Найти рацию около шахты и использовать ее для... Так, понятно.
Ну, а теперь можно и в бой. Охренеть. Я не вижу ни хрена. Сейчас переиграем этот момент. Твою мать, ну не видно же их. Так, ладно. Где-то я тут захреначил его. Вот он. Так, залезть я к нему не могу. Так. Так, тихо. Ладно, давайте вернемся к пушкам. Мне не показано, да, сколько осталось? Значит, всех. Ну-ка, давай еще раз туда сходим. Может, они все-таки придут туда-сюда, куда-нибудь, я не знаю. Здесь мы их перебили. Да, еще стрелять. Так. А, можно было отсюда вот снайперов этих повалить. Не было тебя, не было.
И машина приехала. Это я вот прям слышал, машина приехала. Так. А что ты за мной ходишь? Утырок. Вот почему здесь так много аптечек лежало. Самолет. Так, пройдемся здесь. Либо мы их найдем, стрельнем, либо они нас найдут, стрельнут. Вот и вся дилемма. А вот на компасе два шарика, я так не понимаю, что они. К чему сводят. Давай, смотрим. К миссии, может быть, и сводят. Там. Честно сказать, я немного ошеломлен. Ладно, давайте сюда посмотрим. Так, здесь мы воевали, да, первый бой. Потом завернули. Дома здесь. Дома здесь. Вот получается, мы их расстреливали. Ой-ой-ой, как у нас здесь все. Все, сейчас за танк туда пойдем дальше. 88. Конящую дорогу, охренеть. Кто бы их еще считал? Ой. Блин. Чтобы вызвать поддержку с воздуха. Вон оно что. Все, теперь я понял. Есть, цель получена. А поможешь ли ты мне? Цель-то получена. Вижу, что это не мини, а понять не могу. А это пушечка у нас. Уничтожить против воздушное орудие, чтобы смогла вернуться воздушная поддержка. Это мы всегда за. Ага, все понятно. Короче, надо сначала здесь ПВО уничтожить, а потом уже только пушку ту гасить. Линейка. Через кусты мы не проберемся.
Так. Добежать моему не дали. И здесь добежать мы не дали. Конечно, не точно, но все же. Где-то один тут даже должен быть. Так, ПВО мы уничтожили. Смотрите, какие воронки. Тут вроде такой щит. Ну как можно не заметить самолет? И захреначить в него. Ждем. Не просто же так мы. Вот так. Твою мать! Ну ничего страшного. А, все. Задача-то была выполнена. Целься, я за тобой. Так, минутку. Идет все хорошо. Так. Обошли. Не бери. Блин, я бы еще бы знал бы, что такое. Подожди, нет. Как-то не так маленько у нас все завязалось.
Уничтожьте его! Вот они! Вот они! За твою мать! Он у себя ракету принял, что ли? Осторожно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Ага. Бегаю точно так же, как и с ними. Чтобы уничтожить переключ... Да я переключился! Уничтожьте его! А, свой остальный. Ну, вот так вот. Ты-то чё? Кричишь там? А вот для чего нужна была. Это наши? Наши. Я рад, сержант, я Рэмси, второй разведыватель. Ребята, вы тут не встречали пусковую установку странного вида? Да, сэр, ниже по дороге. На что это оружие похоже? Ну, сэр, вы не то, что вы видели его, а его слышали с большого расстояния. Слышали, давай. Опа-на. Мы должны надавить на их позицию. Давай. Вперед. Подождите. Я без пополнения жизни никуда не пойду. Мне не очень нужны. Так, ладно. Первая есть. Фух, давай, что сюда, сюда, сюда. Ну, перебегай через дорогу, там мать твою. Вы мне только мешаете здесь под руками сейчас.
чё вы сразу не выходили-то, когда ваших гасили? Ждали, надеялись, что пронесет, а вот ни хрена. Сейчас я к нему приду, подожди. Вон там! Мне еще тигра гасить.
выключил? Нет. Так. Еще раз надо посмотреть, может где-нибудь жизни валяются. Вот, все-таки я оказался прав, валяются. На второй этаж нам не попасть. Идем. Вот они. Еще? Пойдемте посмотрим, что у них есть. Где? Вот прям слышу, что где-то здесь было. Ай-яй-яй. Вот и месиво. Бля, совсем. Неплохо, неплохо я повоевал. Охренеть. Там столько немцев перебить, это тоже немцев фашиста. Потому что немцы что-то слишком мягко сказано. Вот так.
Так. Нормально. Обошелся с ними. Так, найди уничтожь 4. Я бы еще знал, что такое это. Пушки какие-то или еще что. Сейчас будем смотреть, что это такое. Перезаряжай. Давай-ка вернемся вот сюда. Хочу глянуть. А, нет, взял. А вот еще одна была. Так что нормально пока иду. Вон оно что. Вот что-то такое. Была жизнь, да, дорожка такая. Пушка, хрен знает, сколько там на ней пушек, на этой пушке.
Итак. Так, а где здесь вход? А вот он и вход. Задача была выполнена. Торс. Так, выстрелов в цель. Выстрелов всего. Точность пипец. Рад видеть, что вы еще с нами, лейтенант. Высадка в Омахе, особенно в секторах Чарли и Зеленый Пес, была... Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!